На видео, размещенном боевиками, террорист рассказывает, что будет произведена атака на танки сирийской арабской армии с применением РПГ-29. Учитывая, что наши друзья погибли от уникального российского оружия РПГ-29 «Вампир», мы ставим ряд простых вопросов. Почему на вооружении российской армии и ее союзников до сих пор не стоит столь страшное и эффективное противотанковое средство РПГ-29 «Вампир», которое было принято на вооружение армии СССР? Почему правительство РФ не поставляет в российскую армию и армии ее союзников эффективные средства борьбы с противотанковыми средствами уровня РПГ-29, учитывая высокую вероятность использования ваххабитами данных средств на Кавказе? Кто именно виноват, что официально непродаваемое вооружение оказалось в руках тех, кто во всеуслышание призывает похищать и убивать граждан Российской Федерации?